Картины, изъятые на белорусско-литовской границе, признаны историко-культурной ценностью. Лаборатория Государственного таможенного комитета провела экспертную оценку трех полотен. Ими оказались подлинные работы Джеймса Смита, Георга Польсона и Кристиана Бека. Датируются картины концом 19-го, первой половины 20-го столетия. Их пытался ввести в Беларусь гражданин России. Правда, для этого выбрал зеленый коридор и не задекларировал ценный груз. Подозрения сотрудников таможни подтвердились, и теперь картины пройдут через суд, который установит степень вины правонарушителя и определит дальнейшую судьбу ценных полотен. Стилистики написания, сохранности холстов примерно вот относятся к тому периоду, который был указан вот этих картинах. То есть классическая пейзажная школа Англии тех времен и, соответственно, такое искусство западноевропейское, такой архитектурный пейзаж с влиянием уже, соответственно, вот каких-то новых модернистских направлений в искусстве, которые были в то время по стилистике. Стоимость трех картин около 4000 евро. Каким ценностям контрабандисты отдают предпочтение и что им могут противопоставить правоохранители? Об уловках нарушителей и новых видах интеллектуального вооружения белорусской таможни мы расскажем завтра в итоговой программе.